Всем приветики, с вами я, енотик. Я хотел бы показать вам, как в Сан-Вегасе можно выделить несколько участков, несколько фрагментов. Как вы видите, здесь очень много фрагментов, и в Сан-Вегасе не работает выделение мышкой, то есть когда мы тянем, курсор мышки ничего не выделяется. А для того, чтобы выделить, нужно стрикнуть на фрагменте мышкой. Можно нажать Ctrl и удерживать, и стрикать на других фрагментах, и тогда они тоже будут выделяться, но это неудобно. А как выделить сразу несколько фрагментов? Не все, потому что можно нажать Ctrl-A, и тогда выделится все, а это неудобно. А именно несколько. Вы нажимаете на какой-то фрагмент. Затем вы выбираете тот фрагмент, который будет последним. То есть это у нас начало. Вот, например, мы хотим, чтобы это был последний. Нажимаем и удерживаем Shift, стрикаем мышкой и отпускаем Shift. Все. Вот они. Теперь несколько участков выделились. Ну, несколько, даже много. Или можно сделать по-другому. Можно в другую сторону выделить. То есть тогда вот это у нас будет конец. Выбираем начало, например, вот это. Нажимаем, удерживаем Shift, нажимаем мышку, отпускаем Shift. Все. Вот так вот легко и просто можно выделять несколько фрагментов. Не один, не все, а именно несколько с помощью Shift. И это удобно, можно выделять как хочешь и сколько хочешь. Вот, таким вот образом можно делать выделение. Ну а на этом все. Всем! Покедова.